Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 13 марта. Мы находимся на Харинфлидзее. Приехали половить на вертикалку. Полдня отрыбачили. Поклевки были у всех, сходы. Ну, пока отличился только Александр. Одного судачка в районе полтинника вытащил. Посмотрим, что покажет сегодняшний день. Так, Санька чемпион четвертого тащит. У нас пока пустые поклевки и сходы. Не пускай рано, сейчас зацепишь водока. Подожди, пусть он поднимет его. Не видно, видишь, как заводит. Это уже что-то получше. Нормально. О! 60 есть, ты больше 60. Где-то 65. Вот это судачок. А, отлично. Так. Еще. Удочку. Так, Санька. Если можно, так сейчас я подвижу. Теперь ты. Давай, сядь. Вот так где, да? Сейчас все. Дело мастера боится. Вытягивай. Да-да. Молодец, Санька, давай. Как те? Видишь, крупный к вечеру подошел. Ха-ха, такой же. Нет, поменьше. Поменьше? Опять в этом же месте. Так. Так, стоп. Отлично, ребята. О, ты уже тоже поймал один? Да. Я пока вам только ассистирую. Тоже нужно. Хорошие ассистенты нынче в цене. И ты не зря приехал. Ну и ты поймаешь меня. Да-да. Надеюсь, я правильно снимаю. Вадим, посмотри, угол идет нормально, потому что ну, я так трудно сказать. Вообще он в сроке захватит. Приятный тянь. Хорошо. Тоже нападал. Поэтому это. Ну, а удар был, блин, это. Эдик, Петрихар. Молодец. Так, Санька уже шестого тащит. Красава. Ну, это вроде не очень крупный, да конечно. Мастерам всегда везет. О, отправляю его сразу домой. Он хорошо, и глаза не вылезли нормальные. Вот она. Ну вот, наконец, клюнул у меня, поставил более жесткую удочку бы. Собака. Ну, Сашка уже тут 6 изловил, пока я первого вытаскиваю. А? Леша? Я-то небольшой. Хоть от нуля уйти, ну. Давай, ну. Да не. Я думаю, так. Не, опасно. Да, спасибо. Делаем фотку, да отпускаем. У него не вылезло ничего. Так, Эдик. Так, наконец-то мне еще один клюнул немножко побольше сейчас, или зацепился снаружи. А то я уже думал, что я сегодня буду только ассистировать сегодня буду только. Вот ты красивый. Вот и я жалко.
Там уже получше. Или зацепил снаружи? Не, нормально, заглотил все как ты по. Мой... И смотри, у нее мальки изо рта вылазят. Да, это все. Так. Большой надо спасак. Не. Похоже, он забагрился. Не важно. Не, мелкий. Ну такой же обычный. И взял хорошо. Как положено, да. Так, давай фотку. Что ты говоришь? Давай, садись. Ага. Так. Вот, заглотил как положено. Не подбагрился. Сейчас да еще разочек. Так. Отпускаем, не повредился. Глаза на месте, все на месте. Так, Юрик тащит. На очередной опуск удаляем. Или забагрил? Хорошая, не может быть, что забагрил. Под ударом. Хороший судачок. О, заглотил, смотри как. О, а воронку заел. Это красавчик. Открывай. Так, осторожно, тройник, видишь, висит. А ворона аж в пасти почему у него. Потому что я подумал, надо убрать. Сати же эти вытаскивают. Поэтому не клюет. Осторожно, тройник, видишь, где? Даже если сойдет хуси. Так, еще тащу какого-то непонятного. Сейчас глянем. Да не, ничего. Нормально, я как заглотил. Отпустим сейчас его. Пусть живет. Опаньки. Иди, родной. Вот сработала косодака зеленого цвета. Только опустил, прямо на падение взял. Не опускайся пока, потому что может зацепиться до этим. Когда я подведу, под верх то возьмешь. Так, хороший. Это уже нормальный. О, щука! Не этого, ничего не. Тихо. Бери ее. Вот. О! Ты видел? Выплюнул. Так. Делаем сейчас фотку. Я, нур фото махан. Тихо. Смотри, боишься. Отдай. Ну вот, опять косодака отработала. Теперь, по-моему, судачок. Сейчас глянем, что это. А, из него валится все. Ну, так, смотри, как он заглотил эту косодаку. Так, ну еще один. Ой, одновременно тащим с Эдиком. У Эдика клюнул. И у меня. Сейчас, Санька, будешь дубль фото делать с двумя сразу судаками. А, сошел. Ах ты, елки-палки, зараза. У меня нет. Небольшой, но косодака работает полным ходом. Что бы там ни говорили. Опа. Мешок, сделай, пожалуйста, фото. Ну вот Эдик тащит очередного судачка. Сейчас глянем, что он из себя представляет. Взял на что? А воруна? Да. На воруну взял. Да. Ну этого все уже готов, к сожалению. Да придется забирать. Опа! Ну-ка. Так. Ну давай эту фотку. Это уже другая ворунка.
Так. Нормально? Отлично, да. Так, у Сашки. У Сашки, будем надеяться, что это кушок. Нам не хватает для разнообразия кушка. Окунь должен быть. Судачок, ну нормальный, что маленький. Так, в районе полтинника судачок. 45 может такой. Нет, ну не важно, около этого. Ну, стукнул в него, а ворону, да, тоже ударил? А ворону оранжевую жахнул, ну. Давай его туда, пусть живет. Так, Санька восьмого судака фигарит. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Мы тут уже поснимали на ворону опять, да. Оранжевую. А, на оранжевую ворону.